Нефтяные финансовые санкции в отношении Ирана, скорее всего, отменят в начале следующего года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на западных дипломатов. МАГАТЭ завершит мониторинг ядерных объектов Ирана в январе-феврале. В случае положительной оценки санкции будут постепенно сниматься. Ожидается, что после этого Иран выйдет на рынок со своей нефтью. Ранее Тегеран заявил, что готов продавать топливо по любой цене. Напомню, в июле стороны пришли к соглашению по ядерной программе. Согласно договоренностям, Тегеран постепенно отказывается от обогащения урана в обмен на снятие международных санкций.